информации ГИБДД, авария произошла в 20:40. Женщина-водитель 1995 года рождения на Audi вылетела на встречную полосу дороги, где совершила столкновение с автомобилем Chevrolet под управлением мужчины 1979 года рождения. По предварительной информации, она не учла погодные условия. В результате данного дорожно-транспортного происшествия 8 человек были доставлены в медицинское учреждение. Среди них 7 человек из автомобиля Audi 100, водитель и 6 пассажиров, среди которых было четверо несовершеннолетних, а также пассажир автомобиля Chevrolet Niro. Все пострадавшие госпитализированы. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.